Ребятки, всем привет с Южной столицы. Смотрите, 46-й квартал. Вот здесь это единственное место, где можно в него заехать. Это наши соседи. Теперь смотрите, что здесь творится. Вон там, вон в конце, вот это наш дом, да? Это просто жесть. Вы просто должны понимать, что туда физически, вот даже зайти, я не знаю, вот я в кроссовках, вот колея, это прям жесть. Вот просто, вот туда эта дорога, с другой стороны, то есть вот с той стороны там, или с той стороны, вообще подъезда нет. Все, вот это тупиков, вот это тупик. Тупик один, тупик два. Выезд один сюда. По итогу я не могу сейчас даже к своему дому подойти. Я боюсь, что я здесь нахрен утону. От слова совсем. Потому что здесь, походу, даже трактор тонул. Ну вот просто, чтобы у вас картинка была. Вот так вот. Охренеть.